надо снять быстренько обращение, то, что я заболела. Всем привет, ребят. Я заболела. Сегодня не будет никакого веселого видео, потому что я заболела. Черт, веселого. В общем, и Настя заболела, и я заболела. Как вы видите, голос Насти. Да. И я не могу это так, да. Просто болею я очень сильно, у меня еще и мон добавок. Пипец просто. У меня сейчас просто вот такой ремонт идет в моей комнате. Вот, у меня там клюет обои, все такое. Ты вообще со мной по стране поймет. Тупая зима. От нее я заболела. Шла, упала снег, попала под снег. Точнее, одноклассники меня. Сейчас я сейчас от Насти общаюсь. Да. Ненавижу свою школу. Ну вот, не будет сегодня каких-то видео. Таких типа посвященных. Ну, может, я что-нибудь отмонтирую, смогу. Но, наверное, сегодня видео не ждите. Все-таки. И Милана тоже заболела. Вся семья моя заболела. Не только... А сейчас я говорю вот с одной стенки, а вот сейчас я его возьму. Очень всем привет. Вот, блин, это была одежда. Да, у меня тоже любимый цвет желтый. Что с этого? Потому что вся моя семья, она не заболела, только я заболела, и там мне плохо, просто очень, и башка болит, и решила снять это видео. В общем-то, всем спасибо за просмотр, надеюсь, вы меня поддержите. И всем пока, мои печеньки.